Вселенная и женское тело подсказывают нам, что нужна регулярность, цикличность. Вот, как только солнце, значит, выходит из-за вот этого дома, надо выходить и транслировать с балкона. Транслировать людям свободу, радость, свежий воздух. Ну-ка, не поймешь. Такое ощущение, что воздуха вообще нет. Свежий, не свежий. Нет, ну скажите, откуда вот здесь вот пахнет весне, да, если тут ни хрена природы нету никакой. Газон. Газон – это легкие города, да. Угу. Это лес города. Вот вам, если вы не видели людей, вот, пожалуйста, видите. Вот они идут. Тут тоже. Все самое заполонили. Других животных не пускают, вот так расхаживают просто так. Представьте. Не, ну правильно, если медведи будут расхаживать, они же. Они же сожрут, иначе, может быть, и пустили бы. Хотя не думаю. Так, вот что тут у нас. Вот, видите, это женщина с рыбалками. Вот так, да. Это остановка, куда идем мы с пятачком, большой-большой секрет. Так, как у нас продвигается замуровывание кинотеатра? Ударными темпами. Тут я не вижу, вы сами смотрите. Мне солнце в глаза бьет. Эх, в общем, что я могу еще сказать? Красная курточка – это безошибочный выбор. Покупайте, друзья, красные курточки. И мойте окна почаще. Нет, наоборот, мойте окна пореже. Потому что после того, как вот окно уже сквозь него почти ничего не видно, потом его помоешь, знаете, встаешь утром. И такое впечатление, что благодать снизошла. Слушайте, а так тоже ведь видно. Вот, так тоже видно район, то же самое. Вот. Москва, товарищи. Метро Братиславская. Да, и вот эту машину я себе хотел купить. Думал, своего друга лучшего, плюс еще добавить все свои сбережения тогда, это был год, ну какой-то такой год, типа, да, по-моему, был 17-й как раз год, когда последние вот эти модели продавали перед новым рестайлингом, я хотел купить и вложиться. Правильно сделал, что не купил. Хотя на такой машине, конечно, куда угодно можно ехать, но на моей тоже, абсолютно куда угодно. Даже больше, чем на этом Паджеро. На моей только нельзя в грязь залазить. Ну и что, по грязи обойди, да пешком пройдись, правильно? Правильно.